Свой профессиональный праздник отметили и военнослужащие инженерных частей и подразделений Северного флота. За 2015 год им удалось обезвредить более 57 тысяч взрывоопасных предметов – патроны, не разорвавшиеся авиабомбы, мины и артиллерийские снаряды. Также в 2015 году инженеры Северного флота приняли участие в обеспечении всех крупных учений. Высокий уровень продемонстрировали подразделения отдельного морского инженерного батальона во время подготовки позиций на необорудованном побережье Кольского полуострова и доставки туда ракетного комплекса для испытаний систем бортового вооружения сторожевого корабля «Адмирал Григорович». В 2016 году военные инженеры Северного флота основные усилия боевой подготовки направят на выполнение поставленных задач в арктической зоне. Лучшие подразделения морской инженерной службы, а также соединения сухопутных и береговых войск Северного флота примут участие в конкурсах «Безопасный маршрут», «Открытая вода» и «Инженерная формула» на армейских международных играх 2016. На утреннем построении командиры частей поздравили подчиненных, после чего военнослужащие приступили к выполнению задач в соответствии с суточным планом боевой подготовки.